Индивид два способа принять участие. Можете зарегистрироваться как DV-участник на 100% бесплатно, или как DV-партнер за $50 или 750 баллов в год. Набор аффилированного маркетинга DV в основном состоит из системы Rank and Share для зарабатывания баллов за вас мнение. Баллы затем обмениваются через одну из самых динамичных программ вознаграждения с участием многих самых горячих продуктов и услуг, доступных сегодня. Это вещи, которые вы хотите или в которых нуждаетесь. Регистрируясь как партнер, вы получаете огромное преимущество в дополнение к вашим баллам за Rent & Share. У вас появляется возможность зарабатывать наличные деньги. План компенсации DV включает две части. Личный охват, или PEN, и структура команды, или TBS. Покажу, как это работает. Партнеры участвуют в DV-системе тимбилдинга. Она основана на простой 3-10 структуре. Посмотрите на Дэна. У Дэна три позиции для заполнения. Он говорит своим друзьям Карлос, Телли и Рейчел об этой возможности прямо сейчас. Не только заполняет три позиции в матрице, когда его друзья становятся DV-партнером, он также открыл три уровня, с которых будет получать деньги. Как партнеры будут добавлены в матрицу? Они добавляются сверху вниз, слева направо, а затем справа налево, как можно увидеть здесь. Дэн заполнил первые три позиции слева направо. Когда он приглашает дополнительных людей, на втором уровне они добавляются справа налево, заполняя очередные позиции в каждом сегменте. Джо идет под Ричел, тот под Келли и Мария под Карлоса. Следующие люди будут добавляться в матрицу уже слева направо. Брэндон в позицию под Карлоса, Сара под Келли и Бобби под Рейчел. Чтобы максимизировать бизнес, в идеале вы хотели бы лично пригласить 10 партнеров. Это разблокирует все 10 уровней, с которых вы сможете получать оплату комиссии. Покажу, почему это важно. Причина в командной структуре. Как видите, Дэн уже заполнил две позиции под Рейчел своими личными регистрациями. Каждый помогает всем строить свой бизнес. Когда Рэйчел приведет друзей, они добавляются с помощью той же системы тимбилдинга. Слева направо и справа налево. Позвольте показать, как именно платят и насколько мощной эта программа может оказаться для пользователей. MAPS означает мобильные приложения, продукты и услуги. Является уникальным относительно любой программы, которую вы когда-либо прежде видели. Потому что в отличие от возможностей традиционных MLM-программ, с DV вам не надо что-то покупать, нет абонентской платы и не надо ничего продавать. Она полностью основана на том, чтобы потратить несколько минут в день для высказывания своего мнения. Вы просто входите в свой бэк-офис, система назначает вам ежедневные MAPS, это займет у вас несколько минут или чуть больше времени, чтобы завершить процесс Rank and Share. В зависимости от MAPS, каждому выполненному MAPS присваивается величина комиссии. Комиссии разные и могут быть гораздо больше, но в этом примере рассмотрим комиссию в $1. Комиссия делится на 10, это значит 10 человек на 10 оплачиваемых уровнях получат выплаты за каждое выполненное задание MAPS. Для этого примера комиссии 10 центов. Как видите, бизнес Дэна полностью разработан. Дэн проделал большую работу, добавив 10 лично приглашенных партнеров и открыл все 10 уровней. Себя. Число, которое вы видите рядом с каждым человеком, это количество уровней, которые это лицо разблокировало, или количество лично приглашенных партнеров. Покажу, почему это так важно. Вот Арон завершил одно из ежедневных Rank & Share Max, за что получил свои баллы, которые он сможет отоварить через программу вознаграждения. Но Арон также активировал $1 комиссии, которая делится на 10 и будет выплачена 10 квалифицированным уровням на 9. Каждый раз, когда это происходит, система задает два вопроса. Во-первых, этот человек активен в настоящее время? Активный статус означает, что выполнено по крайней мере 100 MAP в течение предыдущего месяца. Во-вторых, этот человек имеет достаточно лично приглашенных партнеров, чтобы был разблокирован уровень. Сразу над Ароном Том. Ему достаточно иметь одного лично приглашенного партнера. У Тома 3 личных партнера. 10 центов комиссии получены. Следующий уровень требует иметь
двоих лично приглашенных, так как Паула имеет 5 лично приглашенных, она получила 10% комиссии. Следующий уровень требует 3 партнеров. Так как Никола имеет только 1 лично приглашенного, она не отвечает требованиям для этой комиссии. Поэтому Никола пропущена. Идем к следующему уровню, где Мария имеет 3 лично приглашенных, поэтому она получает 10% комиссии. Далее требуется 4. Райан не отвечает требованием, имея только 1 приглашенного. Переходим к Джейсону. Потом будет требоваться 5, затем 6, и этот процесс продолжается, пока не пройдет через все 10 квалифицированных уровней. Представьте, если Дэн имеет 5 человек, которые просто выполняют 10 мэпсов, и каждое выполнение приносит 10 центов денег. Это приносит до $5 в день, $150 в месяц, чего так просто Дэн никогда не зарабатывает. А если 10 человек делают то же самое, доход просто возрастет до $300 в месяц, и это при комиссии 10 центов. А если бы было 25 центов, думаю, вы можете увидеть, как доход быстро вырастает. Конечно, это цифры только для примера, и никак не гарантирует, что любой партнер будет получать комиссионные от Divi. Но думаю, вы видите потенциал. Плюс вы видите, как могут структуры действительно расти и объединяться, когда вводится 3-членная программа. И это все. Это действительно просто. Встроить 3 команды, разблокировать 10 уровней, лично пригласить 10 партнеров, помогать партнерам строить свои команды и несколько минут в день высказывать свое мнение. Чтобы начать, обратитесь к человеку, который пригласил вас в Divi. Если вы еще не партнер Divi, с чего все начинают, станьте. Вы будете не только зарабатывать удивительные продукты и денежные комиссии. Все вместе мы начинаем строить сеть, где каждый может говорить и их голос будет услышан. Вот почему мы говорим: на Divi ваше мнение важно.